Привет, YouTube! Привет! Сегодня, друзья, я неспроста показал личико этого индейца. Сегодня, друзья, рассмотрим с вами сигареты Lucky Strike. Синие, Lucky's. Теперь их нужно называть не Lucky Strike, а Lucky's. Еще как-то очень давным-давно в пачках с под Lucky Strike стали появляться брошюрочки такие, где было написано, что теперь это не Lucky Strike, а Lucky's. Что, друзья, у нас и свидетельствует. У нас, вот видите, на пачке еще осталось Lucky Strike, но я думаю, это недолго будет длиться, потому что большие очень изменения пошли с этим брендом сигарет у British American Tobacco. Вот как у нас, видим, теперь называется наш Lucky Strike Lucky's Blue. Что, друзья, хочу вам сказать по поводу этих сигарет, по поводу этого индейца. Неспроста этот индейец, так как именно племена индейцев, коренных жителей Соединенных Штатов Америки, это в них культуре, в их, не знаю, в их обычаях жизненных было вот раскуривание всяких там благовоний, трав. И именно они начали первые курить табак. Не Колумб, который там привез табак, показал миру. Нет. Табак уже курили давным-давно до Колумба индейцы. Коренные жители Америки. Друзья, встречаем Lucky Strike белорусского производства. Встречаем также, друзья, нового короля на белорусском рынке. Да-да, вы не ослышались, новый король. У этого короля, как и у красного Lucky Strike, теперь совсем другая мешка. На пачке мы встречаем, что это теперь здесь американская мешка табака. Нету уже той мешки, когда табак подвигался огненной сушке, вот, экстремальной, и он такую копченость приобретал, такую поджаренность. Все, теперь Lucky Strike совсем другой. Ну, как показала практика, это не совсем плохо, это прекрасно. Красный Lucky Strike – одни из лучших сигарет на белорусском рынке. Но, вопреки всем моим многолетним наблюдениям, всегда получалось так, что крепкие сорта сигарет, виды, да, виды сигарет, они больше вкуса у них. Но они не для всех. Lucky Strike, синий, blue, от British American Tobacco, который делается по лицензии на Гродненской табачной фабрике Неман, ломает просто-напросто все эти вот стереотипы в пух и прах. Друзья, закуриваем сигарету. Lucky Strike. Раньше, кстати, еще напомню, в Беларуси назывался Lucky Strike. Это премиум рейд был. Здесь просто Lucky Strike. USA. Patterson Tobacco Company. Друзья, закурили мы по набивочке. Набиты хорошо. Маленькую затяжечку. Великолепный вкус, сладость, медик, Вирджиния. Типичная трехвидовая американская мешка. Друзья, обалденный вкус, обалденное послевкусие. Этот Lucky Strike. Этот Lucky Strike. Да. Я ставлю на один уровень к сигаретам румынского производства, ну, по крайней мере, я курил румынские, которые оставили вот такой вот след, отпечаток моей памяти, который я, конечно же, не забуду. Это Natural American Spirit Well, желтый. Вот, давайте большую затяжку. Они, понимаете, друзья, в чем суть? По крепости сейчас скажу. Сделал две больших затяжки. Хоть что-то какое-то было у меня недомогание, я не знаю, першение в горле или вот этот вот ком, который давал, например, вот может дать желтый кэмел. Его нету. Они проходят просто-навсего на ура, как проходит нормальный табак хороший, которого вы не задохнетесь. Конечно же, звар и халзвары, ну, звар, скорее всего, это будет исключение. Ну, это для таких.
для яичных мужчин. Вот. Здесь обалденно. Большие затяжки великолепно проходят. Маленькие проходят отлично. Эту сигарету спокойно возьмешь, утром под кофе покуришь. Получишь свое наслаждение. По поводу накура, друзья, крепости. Крепости. Крепкость, крепость они могут писать одну. Но на факте этот Lucky Strike по накуру лучше, чем красный этот же Lucky Strike. Накуренность просто, ну, колоссальная. И нету вот этого вот, понимаете, вот этого вот кома, который так тяжело прямо не может докурить, потому что поливать хочется. Нет. Ее хочется курить, докурить. И к сигарете потом ты долго не возвращаешься, так как накур хороший у них. По всем параметрам. Вкус, качество, степень горения. Здесь, конечно, все я могу выставлю одни десятки. Это вот такие вот сигареты. Как бы я там недолюбливал табачную фабрику Гродно, в Неман, но пока... Это, блядь, честно, это историческая хуйня. Это, как классик один там сказал, да? Это историческая ерунда, потому что такие сигареты выходят очень редко. Друзья, я разыграю обязательно. Все в группе ВК. Пару блоков. Ну, там, Camel. Красный и синий Lucky Strike. Вот. Надо, чтобы вы попробовали это. Не знаю, сколько это чудо будет длиться. Сколько отвела вот этому прекрасному наполнению этим сигаретам жизненного цикла British American Tobacco в Беларуси, потому что это не белорусы, гады, там сидят на нем, они возьмут там в одной части испортят сигареты, как это сделал Филипп Моррис. Те Marlboro золотые и красные, на которые я делал обзор, которые я хвалил, уже не актуальны. Это теперь стало параша. Получается такой круговорот. Все те обзоры, которые я делал, можно уже по второму кругу делать на них... дополнительные обзоры, так как очень много изменилось. И как принято у них почему-то в худшую сторону. Вот это относится к Marlboro. Но этот Lucky Strike лучше. Этот Lucky Strike лучше, чем красный Lucky Strike. Друзья, встречаем. Новый король. Король умер. Да здравствует король. Обалденные сигареты. Вот. Я не знаю, как они это удалось защитить. Ну, как не знаю, я предполагаю. Я вскрывал, тут табак. По крайней мере, здесь очень много табачных фракций. Вот. Все, друзья, подписываемся на этот канал. До новых встреч. Пока-пока.